Привет, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Эйск, что в переводе означает глаз, то есть глаз будет за нами летать. А мы с вами в предыдущей серии прошли новичка и прошли легкий, давайте попробуем нормальный, заработаем немножко деньжат. Режим обычный, есть бесконечный, есть сладость или гадость, двойная неприятность есть, офигеть, пиксельный, что такое пиксельный какой-то есть? А давайте в конце серии мы с вами пиксельный проверим, а пока что обычный, но нормальный, ребят. А потом будет тяжело, потом кошмар, пока что нормальный. Играем. Кстати, лайки очень сильно помогают, ребятки, комментарии тоже, если хотите больше серий, чтобы я больше серий снимал на всякие хорроры или на то, что вы попросите. Ставьте лайки, пишите комментарии, без разницы, советы давайте, что-нибудь, что угодно. Пишите, я постараюсь ответить и прочитать. Ну что ж. Начинаем, продолжаем. Я думаю, я справлюсь. Вот не люблю, когда вот так рекламки вылазят. Так, ребят, постараюсь с вами сделать это. Нужно количество мешков 20. На легкой, по-моему, было 8. На самой легкой было 8. На такой, на просто легкой было 12, а на нормальной уже 20. Окей. Окей, ребят, я, в принципе, готов. Надеюсь, вы тоже... готовы, потому что сейчас будет огонь. И сразу я вижу глаз. Давайте возьмем глаз. Так. Спасибо, кстати, за советы. Прошлый раз вы писали. Очень хорошо мне помогли. Спасибо, ребята. То есть, если будет все дрожать, дрыгаться, люстра будет дрыгаться. Ну, все такое. Значит, он на втором этаже. Я так понимаю, этот будет монстр-глаз наш. Мы можем воспользоваться подсказкой. Окей, хорошо. Но пока что не надо. 20 мешочков нам надо будет найти. Я предлагаю пока что на этом этаже поискать максимальное количество мешочков. Вот еще вижу. Потом нам нужно будет найти ключ. Я так понимаю, избежать. Ой! Это значит, она на втором этаже? Давайте посмотрим. А, что ты видишь? Она в подвале, по-моему. Да, в подвале. Да-да-да, в подвале. И, возможно, она на второй этаж только собирается. Блин, мне кажется, не стоит... играть. Кстати, ребят, вот, мы взяли пилу. Вот, сейчас она на втором этаже. Начинает люстра дрожать, значит, она на втором этаже. Если я играю, она меня слышит или нет? Писали в комментариях, если она увидела, что ты зашел в комнату, она будет тебя преследовать. Тогда надо в угол постараться встать. Так, заходим в другой. В другую комнату. Это третья, да? Я так понимаю, я вор, проник в какой-то чужой дом. И ворую деньги, да? Драгоценности, мешочки. А это призрак этого дома, который охраняет этот дом. И пытается нас проучить. 5 мешочков есть. 5 мешочков есть. Так. Так, давайте посмотрим. Такое ощущение, что кто-то топает. Вот, давайте глаз возьмем еще один. Ой-ой-ой-ой, страшно-то как. Так, еще один глаз. Она на втором этаже, я боюсь, да, из-за этого. Давайте посмотрим, где она. Рядом с лестницей. Она рядом с лестницей. Лестница и часы. Стремянка. Она где-то здесь. Вот эта стремянка. Давайте я попробую назад вернуться. Нам нужно подождать, чтобы она ушла отсюда. О-о-о! Вы слышали? Что-то хлопнуло. 5 мешочков, ребят. Вы говорили, что я справлюсь. Давайте попробуем. Так, возьмем это. Часы никак не открываются. Нам нужно в комнату зайти. Давайте вот в эту зайдем в комнату. Так, откроем. Тут ничего не лежит такого ценного. Но мешочки явно должны тут лежать, да? В этой комнате. Ну, я что, зря сюда заходил? О, телевизор. Телевизор включился. Отключился. Это что значит, что отключился? Значит, она ушла со второго этажа. Так, у меня есть еще две подсказки. Давайте посмотрим, где она. А я не понимаю, где она. В какую-то дверь зашла.
Но мне кажется, это не второй этаж. Я почему-то уверен, что это не второй этаж. Давайте. Это не подвал, точно. Это был не подвал. Давайте пойдем тогда в подвал. Если она не в подвале, то значит в подвале будем мы. Логично, я думаю. Быстро соберем. Вот. Мешочек. Подожди, она где-то здесь, что ли? Опять все дрожит. Значит, она тут, да, на этом этаже. Колеса дрожат. Она на втором этаже, да, если тут все начинает дрожать. Блин, ее даже стены пугают. Пугаются. Стены, покрышки, тут все пугается ее. Люстры ее боятся, ее все боятся тут. Даже неодушевленные предметы. Вот это что за дверь? Она открывается какая-нибудь? Это, может, потайной секретный вход какой-то? Ребят, пишите в комментариях. Я без вас не пройду эту игру. Окей, ладно, уходим. У меня одна подсказка, я бы что-то не хотел ее тратить. Бегите, бегите, писали, бегите. Надеюсь, она сюда не зайдет. Она меня видела, нет? Черт подери, какого черта она здесь? Блин, она меня пугает. Я посмотрю, где она. А, рядом. Она, блин, она в подвале. Она, кажется, наверх поднимается. Давайте чуть-чуть подождем. Мне кажется, она сейчас поднимется наверх. Но она прям к лестнице по. К лестнице уходила. Сейчас она быстрее двигается. Нет, 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 нет. Как она меня увидела? Предлагаю попробовать пиксельно поиграть. Давайте разок поиграем в пиксельно, потом вернемся. Пиксельный, я не знаю, давайте пиксельный новичок. Что это будет? Так, продолжим. В пиксельное не играл. В смысле? Как я пройду эту? Блин. Ну вот я нашел. А я не хочу так играть. Вот он еще. Слушай, это очень сложно. Это когда ты уже карту все изучил. И что за это дадут, если я пиксельный пройду? Так, вот на дверь. Офигеть, как это пройти можно? Ну, блин, ребят, я думаю... А, я не буду в этот пиксельный играть. Причем вот на карта нормальная. Не, в пиксельный мы точно не будем играть. Давайте просто в обычном поиграем. Все, я понял, как играть. Постараемся сейчас... Не оплошать. Зря я вышел, все-таки надо было подольше подождать. Сразу берем подсказку. Так, в какой мы комнате находимся? В зале. Блин, почему 8 мешочков? 20 должно быть. Так, мне надо все изучить. Станем профессионалами. И все у нас будет чикен-пукен. Все у нас будет просто блистательное просто прохождение будет. Идеально будет у нас прохождение. Так, неужели тут только один мешочек, да? Вы хотите сказать? В смысле, тут даже нет... Подожди, тут нет ни одного мешочка. Они рандомно спамнятся, да? Ну ладно. Если в этом месте, значит в другом будет больше их, следовательно. Я очень на это надеюсь. 20 мешочков нужно найти. И не я тупо... Вот первый только. Пилу возьмем, ножовка пригодится нам. Так, предлагаю пойти наверх. Мне кажется, наверху она не так часто появляется. Подсказка у нас одна. Так, идем сюда. А, так, возьми этот мешочек. Тут пока что ничего нету. Холодильник же не открывается, да? Не открывается. Если что, нас предупредят. Так, пила у нас есть. О, глаз, отлично. Один глаз, так, мешочек. Четвертая, она пока, ее пока что нету здесь. Давайте зайдем сюда. Вот мешочек открываем. Ух ты!
Она где-то рядом. Черт возьми. Естественно, сюда не зайдет. Мне сказали, если она зашла в комнату, надо в угол вот так прижиматься. И надеяться, что она тебя не найдет. Хорошо, давайте посмотрим, где она. Она поднимается наверх. Она поднимается наверх. Значит, мы, следовательно, спустимся вниз. Так, следовательно, мы спускаемся вниз. А потом поменяемся местами с ней. Надо максимально быстро все собрать. Так, идем по коридору. Вот я вижу мешочек. Отлично, давайте пока что по коридору пройдемся. Вот еще один. Так, идем дальше. Тут нету. У меня три подсказки есть. Подсказки очень нужная вещь. А, нужен ключ, да? Нифига себе там. Там сразу четыре мешочка. Вон я вижу там еще впереди. Сколько? 8. Она спускается сюда? О, мне кажется, она где-то рядом. Так. О, нет. Очень надеюсь, что она не тут. Или не здесь, я как правильно. Так, вон еще один мешочек. Давайте возьмем этот мешочек. Отлично. 10 мешков. Половина, ребят. Половина собрана. Идем в следующую комнату. Так, что у нас здесь? Код. Найден код от сейфа. Теперь найти этот сейф. Так. Ух ты, мне кажется, она уже вниз спустилась. Печально. Печально, ребят. Но она вроде в комнаты так просто не заходит. Я очень сильно надеюсь. Посмотрим, где она примерно. Но она в подвале точно. Пока что в подвале. Блин. Подождать, что ли? Она где-то прям рядом. Что-то как-то боязно выходить. Нам надо будет по-любому наверх. Подожди, я ключ нашел или нет? Нет, я ключ не нашел. Я взял код от сейфа и ножовку. Смотрим, где она. Часы! Она рядом с часами, она на втором этаже. Отлично, она на втором этаже. Так, я постараюсь прошмыгнуть на третий. Мне надо срочно на третий. О, как она уже тут спустилась? Как она сюда спустилась? Она меня видит? Она была на втором этаже, я видел уже часы. Она видела, что я сюда зашел? Поднимается опять наверх. Она поднимается наверх. Блин, у меня осталась последняя подсказка. Надеюсь, она не будет туда-сюда ходить. Она поднялась наверх. Смотрим, где она. О, она, кажется, ребят, не на втором этаже. Она на третьем этаже сейчас. Это очень плохо, потому что у меня закончились подсказки. У меня единственный шанс попробовать прошмыгнуть сейчас. Сейчас немножко подождем. И постараемся наверх подняться. Просто надеюсь, что она сейчас не будет на последнем этаже. Так, берем подсказку и используем. Где она? Что такое? Это подвал, да? Она уже в подвале, все. Все, она в подвале, я на втором этаже. Так, у нас есть, то есть, какое-то время. Так что собираем, давайте мешочки. Куча комнат. Раз, два мешочек. Три мешочек, сразу три мешочка. Тут заколочено все. У меня же есть ножовка. Можем еще выше подняться. Так, возьмем подсказку. Подсказка мне сейчас пригодится. Давайте поднимемся на самый верх.
Надеюсь, сюда она не придет. Очень на это надеюсь. А, это телепорт. Я смогу спуститься быстренько на первый этаж, да? Давайте, блин, посмотрим, где она. Второй этаж, она на втором этаже. Куда она пошла? Не на лестницу, надеюсь. Надеюсь, нет. Так, запомнили, да, где? Нам надо сюда потом попасть. Как мы все мешочки соберем. И это примерно вот как я смотрю сюда. Правая дверь, да? Правая дверь в конце. Подожди, или левая? Или это то же самое? Там же было две двери. А, да, это другая. Нам нужно право. 16 мешочков. Что за книга? Что это за книга? Подсказок мне. Если я дышу... Подожди, она на втором этаже или... Я не понимаю, где она. Раз все дрожит, может быть, она не на втором этаже. Может быть, она все-таки уже здесь? Если что, меня предупредят, да? Напишут, беги. Я очень сильно надеюсь, что она не здесь. Что такое? Свет включился. Мыши бегают. Так, что у нас здесь такое? Сундук, там мешочек лежит. Один только. Тут ничего нету. Тут только один мешок был. Сейф! У меня же есть код. Раз. Еще два мешочка. Да где она? Ой-ой-ой, она где-то здесь. Так, я слышу за двумя дверями, стараюсь. Она реально здесь. У меня подсказок нет, мне нужен один мешочек и сматываемся. Так, что он вроде прекратился. О, что-то хлопнуло, слышали? Все, вот он еще один мешочек. Она что, опять где-то здесь? Мне, по сути, надо осталось только сбежать. У меня есть все... Найти выход и убегайте. А если я свет включу? Он все равно перегорает. Свет перегорел. Что мне делать? О, ключ! Ключ в туалете был. Ну, в принципе, мне мешочки не нужны. Блин, мне кажется, она за дверью. Так, идем по коридору. А! Нет! Черт! Блин! Вы это видели? Я все мешочки собрал. Какого черта она там была? Используйте карту, чтобы проще ориентироваться в этом месте. Надо было карту использовать. То есть нормально, совсем ненормально оказался. Хорошо, еще раз сыграем. У меня уже есть опыт этой местности. Я думаю, нам будет уже проще. Сначала давайте максимально наищем мешочки на этом этаже. Потом постараемся спуститься вниз. Мы даже там ключ нашли. На втором этаже. Ой, на третьем этаже. Так, вот мешочек. Раз, два собрали. Идем сюда, вот он. Где он был? Я собрал, что ли? Это не мешочек. Так, три есть. Нужно смотреть, вдруг... Вот такие вот подсказки. Их лучше собирать, они реально пригодятся.
Подсказок меньше, да, на нормально. На легком было куча просто подсказок. Я их просто не успевал собирать. Тут мешочка нет, а в трас был. В трас точно был мешочек. Все, она вышла. Вышла на охоту. Хорошо, нам бы пройти. Так, зайдем сюда, давайте. Так. Раз, два, собрали. Башмак какой-то. Что, она здесь, да? 6 мешочков нашли. А ножовку мы не нашли, ребята. Это плохо. Мы не сможем с вами попасть на следующий этаж. Точно нет ножовки. Может, она будет внизу? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, она внизу, ребята. Она была внизу. Я постараюсь наверх сейчас. Добраться, давайте лучше наверху поищем, побродим. Так, мешочек взяли. Давайте посмотрим, где она. Она в подвале. Да, ребята, она в подвале. Вот ножовка. Отлично, нашли пилу. Рандомно все спавнится, ключа уже нет. Ну, пилу мы нашли, это уже хорошо. Так, она в подвале, я на последнем этаже. Тут надо порыскать. Телефон, я позвонить никуда не могу. Подсказка. Что такое? Что это печатается? О, глаз! Нам глаз напечатали. Так, тут я был, да? Тут я смотрел в ванне. И оттуда я пришел. Надо в ту сторону. Ножовка у нас есть, отлично. Лучше заходить в комнаты. В комнатах как-то безопаснее. Так, сундук. Два мешочка. Может быть, мы тут все найдем? Нам не обязательно будет спускаться вниз. Самый низ. Да блин, ну возьми ты этот мешок. Ну задай мне 20 мешочков взять. Может, хватит? Вроде ее тут нету, да? Так, ладно. Глаз. Сразу два мешочка. Берем, берем. Тут еще один мешочек. Наверху довольно-таки много мешочков. Тут можем открыть дверь. И по сути там будет телепорт, да? Да, тут мешочков нет, тут телепорт. То есть можно было даже не открывать. Мы вышли. У меня 6 подсказок. Где она? А, она на моем этаже, ребята. Мне 4 мешочка надо собрать. Я, конечно, могу телепортнуться и... Давайте, ладно, телепортнемся. Мы сейчас на первом этаже. Попробуем сейчас вниз спуститься. Так как я знал, что она на третьем этаже. Ну, она была на третьем этаже, но... Да, блин, она меня обманула, что ли? Где она? Я видел ее на втором этаже. Куда она спускается? Или поднимается? Давайте еще посмотрим. Так, все, она на третьем этаже. Надеюсь, она не спустится. Да
Пока мне надо в подвал спуститься, пока она на третьем этаже. Сделай это, сделай это. Да вон она бежит. Ну как она опять здесь-то? Так, смотрим. Она достала меня. Где она сейчас-то будет? Где она? В подвале, да? Она в подвале. Придется мне наверх идти. Я хотел, чтобы в подвал было идти. Ладно, тут можно будет найти мешочки. Потом попробуем телепортнуться. Я тут заблудился, правда, где я ходил, где не ходил, тут тоже. Сейф, но кода нету. Что это, блин, такое? Она опять здесь, что ли? Я все подсказки уже израсходовал. Я не могу себе такое позволить. Использовать все подсказки. Сколько мешочков? 4 мешочка. Он меня реально раздражает, он мне достало. Мешочка, это не так-то уж и сложно. Но он не может все испортить за один раз. Так, тут мы не были, да? А, это мы назад вернулись. Так, мы там еще, там по-любому два мешочка будет. Подожди, что я не могу открыть? Там как минимум два мешочка будет. Отлично, я уже знаю. Раз. Два. Телепорт, кстати, работает, нет? Если бы телепорт работал, было бы классно. В принципе, можно воспользоваться им. Я в рандомное место, что ли, телепортируюсь? Нам по-любому надо вниз. Блин, ну она же здесь, да, по-любому? Да, на втором этаже. Зря я смотрел. А сейчас, по-моему, спускается. Я надеюсь, что поднимается. Так как внизу она была... Надо вниз, там подсказки возьмем в любом случае. Надо рисковать. В смысле, где бегите? Я не вижу. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Она не заметила, надеюсь, меня. Надо переждать немного. Как я вниз-то спущусь? Мне два мешочка надо гребаных найти. Так, осторожно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Чтоб ты там не было. Есть какая-нибудь дверь здесь? Она меня заметила. Бегим, бегим, бегим. Все, 20. Есть. А подсказок нету. Но она здесь, 100%. Дайте мне подсказку, мне хотя бы одну подсказку нужно найти. Кажется, я убежал от нее.
Еще нифига не видно. Куда бежать? Там тупик. Если там тупик, мне в хана. Давай, выбирайся, блин, отсюда. Там тоже тупик. Черт, мне надо наверх. Нет, она меня догнала. Фух, я честно пытался, но у меня не получилось. Ежедневная награда. Ваша сегодняшняя награда. Я постараюсь, ребят, пройти в следующей серии. Ставь лайк, комментируй, давай подсказки. Мы почти прошли два раза. Мы собрали все 20 мешочков, но мы не смогли сбежать. Я все подсказки истратил зазря. Надо было лучше подэкономить, нам бы было проще. Но сейчас пока что. До следующей встречи. Пока-пока.